Всем добрый день. Сегодня мы в нашем сервисном центре опять. Какой темы хотим коснуться? Мы хотим рассказать о шиповке техники. Вот начался зимний сезон. Вот сейчас по весне станет более тепло, и многие из вас захотят путешествовать. Мы считаем, что шиповка техники позволит вам расширить возможности для ваших путешествий. Какую технику ребята ошиповывают у нас? Ну, прежде всего, наверное, вот можем ошиповать колесную технику. Это как раз повысит эксплуатацию ее по снегу и по льду, по укатанному снегу. Шипуется. Что мы шипуем? Шипуем квадроциклы, вот. Шипуем мотоциклы. Ну и, соответственно, чтобы улучшить технические эксплуатационные характеристики, шипуем в том числе и снегоходы. Что даст ошиповка? Конечно, вот эти моменты нужно осветить. Ну, во-первых, меньше будет пробуксовывать при трогании на жестком снегу либо на льду техника. Сократится тормозной путь. Увеличится динамика разгона из-за того, что сцепление будет лучше с поверхностью. Вот, стоит отметить такой момент, шипованная колесная техника и снегоходы в том числе, они лучше перелазят через деревья. Если вы заезжаете на дерево, шипы цепляются за дерево, и техника лучше переезжает через дерево. Для снегоходов что немаловажно, что дают шипы? Это меньше боковой снос, ну, для колесной техники тоже. Вот, опять-таки для снегоходов шипованная гусеница, она больше скидывает снега на склизи, что улучшает смазывание склизи и гусеницы. Ну и дополнительно еще скидывается вот эта ледяная пыль на радиатор, что добавляет охлаждение радиатора снегохода. Да, вот мы показываем шипованное колесо квадроцикла. Как раз вот нам на шиповку отдавали мелкого квадрика колесо. Во-первых, шиповка производится специальными шипами. Про типы шипов мы расскажем отдельно. Вот, шипы вкручиваются в ламели. В ламели, вот в протектор. И вот это полная шиповка практически колеса квадроцикла. Вот сколько шипов тут. Для шиповки полноразмерного квадроцикла нужно от 350 шипов, чтобы его полностью зашиповать. В принципе, возможно и частичная шиповка, это по желанию клиента. Ну, полная дает большее сцепление, конечно, да, и больший эффект при эксплуатации. Да, вот мы хотим осветить нюанс шиповки именно вот этого колеса. Здесь не зашипован боковой протектор, ну так как квадроцикл этот, это шина с детского квадроцикла. На полноразмерных квадроциклах мы, правильно подбирая шипы, шипуем боковой протектор, чтобы увеличить сцепление, вот, и исключить какой-то боковой занос. Вот как раз на этом примере можем рассказать о шиповки мотоколес. Вот это колесо спидбайка, да. Какие нюансы шиповки колеса для мотоциклов? Во-первых, правильно подобранный шип по длине тоже здесь, чтобы не повредить основание шины. Для мотоциклов мы шипуем каждый протектор. Для чего? Чтобы обеспечить максимальное сцепление и при движении по прямой, и при боковом заносе, либо когда мотоцикл вот поворачивает, у него работает боковая поверхность, обязательно шипуем здесь все. Здесь частичная шиповка не подходит, ну либо будет неэффективно. Вот пример шиповки колеса для мотоцикла. Как мы и говорили, про типы шипов мы расскажем чуть позже.